За попытку дачи взятки егорчанин пойдет под суд. В начале июня на одной из региональных трасс мужчину с признаками опьянения остановили сотрудники отдельного батальона ДПС. В патрульной машине водитель попытался откупиться. Долго настаивал на том, чтобы инспектор взял 3 банкноты номиналом по 5000 рублей. Несколько раз был предупрежден об ответственности. И в итоге остался и без прав, и стал фигурантом уголовного дела. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.